Налог на добавленную стоимость – федеральные правила, действуют на территории всей страны. НДС относится к числу так называемых косвенных налогов. Это означает, что его уплачивает в бюджет налогоплательщик, но не за счет своих средств, а включая этот налог в цену продажи своего товара, работы или услуги. Так что в конечном итоге этот налог уплачивают конечные покупатели, когда этот товар, работу, услугу приобретают. Облагаются НДС любые услуги, будь то парикмахерские или химчистка. Налог может быть включен в стоимость объекта недвижимости, а также в цену товаров на прилавках. Но в каждом отдельном случае налоговая ставка разная. Мясо, мясопродукты, молоко, молокопродукты, яйцо, растительное масло, сахар, соль, крупы, мука – овощи, включая картофель, детское питание, диетическое питание – это все группа продовольственных товаров. То есть они облагаются по ставке 10%, соответственно, на них этот законопроект не распространяется. Также 10% облагаются медикаменты, детские товары и игрушки, то есть те товары, которые составляют основную долю расходов. Эта ставка остается без изменений. Увеличение НДС произойдет по ставке 18%. С января будущего года она достигнет 20%. Это взрослая одежда и обувь, мебель, бытовая техника, деликатесные продовольственные товары. Вырастет ли цена на эти позиции? На этот вопрос ответ будет получен не ранее вступления законопроекта в силу.